Правительство России расширило программу социальной газификации на садоводов. Владельцы участков, расположенных в СНТ, смогут стать ее участниками. Постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Газовые сети бесплатно проведут до границ земельных участков, расположенных внутри или вблизи уже газифицированных населенных пунктов. На дом и земельный участок должно быть оформлено право собственности. Заявка о подключении может быть подана как собственникам, так и председателям СНТ. Решение о догазификации должно быть принято на общем собрании товарищества, а его протокол приложен к заявке о подключении. Напомню, программу социальной газификации правительство запустило в 2021 году. Расширить ее и проложить газовые сети до границ участков правительству поручил президент по итогам послания к Федеральному собранию в феврале этого года.